Друзі, усім привіт! Ми зараз на горі Камзик в Братиславі. Це приблизно 400-450 метрів над рівнем моря. Тут в ярочку є такий дитячий майданчик. А це містер Лайклена, собственною персоною. Можно ваше интервью для канала Мистер Лайклена? Да, да, спасибо. Сева, ну давай. Сева, Сева пусть покажет. Да давай, давай, Сев. Ну да. Держись крепко. Так і що, давай, Сєв. Давай. Я шукаю переключення. Пошли еще одно. Вот, идем. Да, ну вы издеваетесь. Мне кажется, что-то будет страшно. Садись. Садись. Вот так. Стой. Упирай ноги. Вот сюда упирай. Сейчас меня рука не так. И держись. Не надо! Стой! Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Сева, вдруг будет страшно. Может, очки снять? Да, наверное, лучше очки будет. Так, Женя, раскатай Севу, я же его хочу снять. А. Сев, так ты шупрись хорошенько. Просто ты понимаешь, что сейчас ты поймешь, насколько это страшно. Держись хорошо. Что держишься? Ну. Ты знаешь, насколько это страшно. Сев, он хоть не выпадет. Может, хватит. Хватит, блин. А ну дайте я попробую. Или меня там вырвут. Голова кружится. Держись. Да все, все, пусть нормально. Ты уверена? А. Может, не надо, Оль, все-таки да? Это для детей. Да, я просто, меня не раскатывайте. Ну, содержишь. Да, меня не раскатывай. Не надо. Что, я думаю, что мне не надо. Мне не надо. Это ужас. Да? Муха попала в паутину. Я не муха. И большая паучиха, он голиант. Неправда. Я не попалась. В паутину, нет? Кто сказал? Паучок Шнюк словил муху. Ну давай, давай. Пытайся. Пытайся. Меня высота держит. Свалишь. Ну давай, я не свалюсь. Вообще мне тут комфортно. Жалко, что мы не поснимали озера. Очень красивые озера тут. Ну, ставки такие, пруды. Их реально штук. Наверное, 5-6. Довольно крупных таких озерец. Ну и куча ручейков. Это местность Камзик. Тут такие ручеечки. Вообще хорошее место для отдыха, для відпочинку такого міського, заміського. Ходить сюди автобус 43-й із центру міста і проходить аж до самого верха.